Вот то, что я делал вчера. Смотрите-ка, что получилось. Доброе утро всем. Завтрак у нас уже на столе. И желаем всем хорошего дня. И тортик тоже подоспел. Ага, только я тебе его раздолбала чуть-чуть, правда? Чуть-чуть поломался. Ну, слишком жесткий шоколад, ничего не поделаешь. Зато очень вкусно. У нас, кстати, сегодня на завтрак хумус. Я приготовила. Вон у Саши так красиво наложен. Греночки. А я как будто с кофейной пальмы надоил себе напитка. Да? А, ну да, мы сделали с кокосовым молоком. И у меня еще с кокосовым молоком, которое Саша вчера делал, я себе сделала пол банана, пол киви и семена чиа в кокосовом молоке. Тоже очень вкусно. Так что мы садимся завтракать. Всем, кто тоже кушает, приятного аппетита. Ребята, мы уже собрались. Красивые, нарядные. Идем к Сашиной сестре, в общем, на день рождения. Там будут Сашины родители, сестра Сашина, там, в общем, всякие разные гости. Так что мы собрались. Смотрите, какие у меня красивые глазки. Такие красивые тени. И уже выходим с подарочком. Сейчас еще быстренько за цветами. Мы вообще опаздываем, честно говоря. Сейчас еще зайдем за цветами и бегом-бегом. Уже нас там ждут. Сашина мама мне написала, что они уже нас ждут давным-давно. Угу. Да, пойдем. Все, побежали. Блин, тут пока дойдёшь. Да. У меня уши на месте? Да. На месте. Замерзли. И мы уже дома. Саша сейчас будет монтировать влог. Мы так хорошо посидели. Покушали. Да? Мы покушали. Да. Вот. Вернулись домой. Мед там разные пробовали. Да. И проводили. Как на экскурсии на медовой пасеке. Да. Куча разного меда мы пробовали. Я сегодня, кстати, успела переделать гель-лак еще до выхода. И вообще, какая я быстрая. Такой красивый цвет. Коралловый. Не знаю, по-моему, он розовеет, чуть выглядит на камере. Вот такой вот цвет. Красивый ноготочков теперь у меня. И я тут не успела убрать даже еще все свои гель-лаковые дела. Сейчас я все это буду разбирать. Саша смонтирует влог. Вот пока вот такие планы. Вы это слышите? Как тусят наши соседи. Суббота. В общем, я Сашу проводила. Ему нужно съездить по делам. Ну, там буквально быстро, на часик-другой. Но он заказал снова борщ. Что-то ему так понравился борщ. В общем, он опять хочет борщик, поэтому сейчас я буду его готовить. Ну, рецепт уже есть на канале, и, ну, ничего особенного делать не буду, поэтому, наверное, снимать не буду, но потом вам покажу результат. Займусь борщиком. Привет! Муж пришел, купил всякие вкусняшки. Пришел, что нашел? Что нашел? Купил наш любимый попкорн. Что ты сказала? Бомбастер. И уже что ты попкорн не говорила, ты сам такое классное придумал. Смотри, тут уже попкорн салатом пахнет. Ну, в общем, мы газировку. И я сварила борщик, и я очень голодная, и мы уже сейчас садимся кушать, уже положила нам борщик. Ну, я тебя ждала вообще со всеми усилиями. Мягкие киви выбрал, классно. Это хорошо, я тоже так делаю. А зачем мне палка? Ничего, она оторвалась. Ну, ничего. В общем, это мне на завтрак, я буду делать семена чиа с киви. Я беру пол банана и один киви. Как раз на два раза. Еще я попросила имбирь. Я хочу овощи вок завтра сделать с рисовой лапшой. Боже, как прекрасно, у меня новый маникюр. Это так радует. Я просто этот ноготь, он уже был облезлый, я его не показывала даже в кадр. Вот, и теперь так классно, так здорово. О, мне так нравится этот цвет. В общем, имбирь. Это, по-моему, магнитовский вообще имбирь. Да, семейные секреты.
И томатная паста. Завтра я буду делать очень вкусный обед. И для этого мне понадобится томатная паста. Еще я заварила тут чаек и забыла про него. Это Sai Herb Sleepy Time. Хотела его выпить, потому что была голодная, чтобы подождать Сашу, и забыла про него. Ну да ладно, выпью его попозже. Все. Такие покупочки. Маленькие. Да удаленькие. Смотри-ка поближе. Вот то, что я делал вчера. Смотрите-ка, что получилось. Это уже... Кокосовое молоко. Ну да, уже мы это... В общем, вот я налил полный стакан. Полный стакан. И оно вот столько отслоилось жидкости. Мы проковыряли отверстие и вылили ее. А все остальное это кокосовые сливки получились. И это вот столько, где-то, ну, грамм 100 с одного кокоса. И мы их кладем. Вот прям они такие, прям кусочками. Можно. Ого, упал кусок. Оно прям рассыпается, как творог, да? Как масло, я бы даже сказал. Как масло, да. Что-то да, плавает. Между творогом и маслом. Вот такая штука классная. Капельку добавлю для вкуса. Mm-hmm. Вот, смотри, размешивается и светлеет, видишь? Mm-hmm. Классно. Капельки достаточно, чтобы придать кокосовый вкус, аромат. Ой. В общем, ребята, мы садимся кушать наш супер вкусный борщик. Он так пахнет, и он, кстати, успел даже настояться. Мой букетик уже подзавял, к сожалению, пора его уже выкидывать. Тарелка вторая. Пошла. Вход. Очень вкусно, что поделать. Я сделала чаек, сейчас пойдем уже что-нибудь смотреть. Блин, как прикольно получилось. Мне нравится. Мои тени на глазах сегодня. Такие прикольные, яркие. Тебе понравился мой макияж? Mm-hmm. Классный. Ах. Что, замочила чиа на завтра, на завтрак? Замочила чиа. Замочила чиа. Вот. Чем чиа замочила? Твоими кокосовыми сливками. Оставшимися. Очень вкусно. Букетик завяли. Совсем завяли. О, знаете, когда ты такой прям голодный, поешь, и так сразу кайфово. У меня все такое яркое. Губы, глаза. Ногти. Не пойму почему. Я в борще. А я думал, ты в смысле, когда на камере поешь, еще ярче. Такое яркое сразу. Да. Да, когда поешь, все тоже такое яркое. Может быть и поэтому. Ох. Такой чудесный день. Ладно, пойдем что-нибудь посмотрим. Привет, красавица. Ты что делаешь? Гуляю. Гуляешь? Я не знаю, меня видно или нет. Дышу свежим воздухом. Дышу свежим воздухом. Мы тут вышли погулять. Вышли погулять на балкон. Угу. Так как гулять мы на улицу идти не хотим, да, потому там что дождь. Там дождь. Дождь и слякоть там такая. Как-то прохладно. Вон стрелок, смотри, тащится. Вот мы решили погулять на балконе, подышать свежим воздухом. Очень свежий. Стрелок — это у мужика такое кликуха, потому как он постоянно стоит возле подъезда и стреляет сигареты. Поэтому он стрелок. Как в диком-диком западе. Очень свежо на улице. Оно так сыро еще из-за погоды такой. Да, сыро и свежо. Сыро и молока.
ты прямо делаешь, да? Да, ну, что мерзнет-то? Ну, сейчас. Не, все равно не видно. Сейчас я тебя подключу. Я по-серьезному гуляю. Да. Прям все как надо. Пальтишко одела. Вот, гуляем, в общем. В гостях был, день рождения даже справлял. Все было. На день рождения были, гуляли, куда-то и ходили, и все делали. Да. Привет. У нас обед. Ой, а что так темно? Ну, потому что ночь. А потому что ночь, да? В общем, ребята, будем мы отдыхать. Всем счастливо, хорошего настроения. Денек у нас был славный и вкусный, и погожий. И я три раза ел торт. Вот, да. Увидимся с вами завтра. Всем счастливо, хорошего настроения и пока-пока.